знакомые все нотки. Она смотрела на меня, как на прочитанную книжку. В ее глазах застыл вопрос, а на губах застыл ответ. Конечно, кто я для нее? Обычный питерский мальчишка. Мои глаза сказали да, ее глаза сказали нет. Книжки о любви, не столько неправды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Книжки о любви. Ее какой-нибудь пацан до дырка книжку зачитает и, потеряв к ней интерес, предложит другу почитать. Вот только что там впереди, она пока еще не знает. Есть только горе и обид, еще придется испытать. Книжки о любви, не столько неправды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Книжки о любви. Радуга! С днем рождения! Книжки о любви, не столько неправды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Книжки о любви.